Я всегда люблю обычные чуть-чуть оливковое масло. Вы без него вообще не живете, везде подливаете. Это очень полезно. Если я найду по русским языкам его характеристики, вы будете пить как минеральная вода. Иньяцио Роза – шеф-повар ресторана итальянской кухни «Поющие фонтаны», профессор Швейцарской академии кулинарных искусств, профессор самой престижной кулинарной академии Европы «Боско Летуаль». Готовит с 16 лет. Его блюда успели попробовать и по достоинству оценить Лучано Паваротти, Стинг, Эрос Рамазотти и Билл Клинтон. Суп. Суп – это, ну, в Минске это очень важно. Это как у нас макароны. Если у нас макарон нету, все начинают нервничать. Если называть здесь не суп, называть первые, если я запоминать. Вот. Сегодня мы сделаем такой крем-суп, который здесь очень любят. Первый почему? Потому что боровиками здесь проблема нету. У вас здесь растет очень много. Морковка, огурцы, лук, база это есть. Пару-три шампиньон. Оливковое масло. Чесноки и лук пастеризированный. Кроме есть у нас еще свежий. Потом бульон. Немножко сливки. И, конечно, хочу трюфельное масло туда вложить. А до этого такое, это трюфельное масло, что это тоже грибы, но очень дорогие. Они выходят из Алба, белые трюфели или норча черные. Они по 20 сантиметров, 30 сантиметров от земля. Вот. И они такой, дают такой запах и вообще нереальность. Потом сельдерей. Тоже достаточно. Все процентуальные, все знаки. Если, скажем, на одному порции, мы пытаемся на одному порции такие супы с боровиками, ну, 20 лук. Потом можно прямо... Прямо сырые? Да. Ну, туда не пожарим сейчас. Вот, пару шампиньонов. Почувствовал оливковое масло, какой запах приятно. Мясо, овощи. А, почувствуй. Чувствуешь приятный запах, да? Они как и растительные, такая она греет, и такой неприятный запах, который уже кушать не хочешь. Вот, хорошо. Мы сейчас размешаем, добавим с боровиками тоже. Они уже отварные, да? Это не, да, это мы отварные и сухой. Я еще выстригаюсь на печку. Почему? Потому сам боровиками у него есть такая горький от вода, особенно какая сезон. Второе, почему я сначала варю горячую воду, сниму и выстригаю на печку полчаса, 50-60 градусов вентиляционная система. Потому есть еще такой жидкий, первый горький, а второй, вам скажу, извините, если там не, просто не обижайтесь, на лес кто живет? Кабан, олен, козу, люди. Они что делают туда? Кабан наконец-то не поедет, что извините, где туалет? Да? Вот эта земля все берет и растет и грибит. Если мы не знаем, как надо с ним прирабатывать, мы кушаем всякие такие, поэтому у нас и потом всякие проблемы. Поэтому я снимаю все полной жидкости. То есть вы вначале их отвариваете? Отварится пополам в печку. Выстыкается полной жидкости, как мясо. И они очень быстро хрустящие, очень вкусно. Так, мы туда перец, чуть-чуть соль. Соль тоже я не люблю много ложить, поэтому я делаю всегда вместо соли вкуснее бульон или какие-то такие вещи, которые морковка, сельдерей, мелко дает вот такой минеральный, он дает уже прикус. Меньше, уменьшаем соль, потому что соль тоже, вы знаете, плохо на наш организм. Начинаются потом суставы, артрозы, ревматизмы. А если использовать морковную соль? Это не важно. Соль это... Любой соль это крест. Туда положу бульон. Бульон с вечера. Бульон это варится на меня, на мою кухню. 48 часов. Два суток. Бульон два суток? Да. Минимум. А как дома варить бульон? Ну, вы знаете, что там это, ты дальше скажешь, у меня бульон надо, варю сегодня на послезавтра. На послезавтра я в этот бульон, если ложу на холодильник, 2-3 дня у меня без проблем.
крем-суп с боровиками. Вот, пожалуйста. Какая запах будет. Там много не надо, потому... Не, ближе, ближе. Вы чувствуете? Но ведь если прижмет, можно и мороженое использовать. Конечно, конечно. Ну, сейчас атуановый свежий не найдет. Они просто это, если свежий мороженое называют, они что-то взяли на в августе, сентябре, осень, скажем, они потом отрезаются и заморозываются. Ну, иногда и бывает, если они просто сначала держатся, потом замораживаются. Нет, грибы надо сразу свежие и замораживаются, не надо держать. Я просто сказал, что пожарить, как чипсы, как на декорации. Окей. Все, супа готова. Крем-суп из боровиков. Отвариваем белые грибы, шампиньоны, морковь, стебель сельдерея, лук и картофель. Добавляем черный молотый перец, мускатный орех, белое вино и протираем в блендере. Перед подачей на стол поливаем трюфельным маслом.